15 мая состоялась премьера спектакля по произведению Набиры Гемодиновой «Обоим тяжело». Повесть писательницы отражала время советской власти и его тяжелые моменты. Студенческий коллектив КФУ воплотил ее главную мысль, проникнувшись идеей Гемодиновой. Важно заметить, что студенты поставили спектакль своими силами. У них не было декораций и дорогих костюмов. Однако их стремление проявить себя помогло учащимся создать атмосферу советских времен. Форма такой литературно-драматическое произведение. И вот на одном дыхании все играют, ну просто потрясающе. Мероприятие проводилось на татарском языке. Это немаловажно для татароязычной части студентов университета. Деятельность театра «Мизгель» направлена на возрождение и развитие национального языка Республики Татарстан. Влада Крайнова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.